Всем здорово, дорогие друзья! С вами снова я, Андет. И сегодня мы бы с вами сыграли в игру, которую я бы переместил в, так скажем, я бы переместил ее, эту игру в папку под названием «Ради прикола», где я прохожу игры, которые, ну, просто игры, они однообразные и скучные. Или точнее сказать, те, которые можно пройти вообще за одно видео. Уже было там Russian Mafia City, Шахада Зима, Шахада Лето, Майор Гром и еще какая-то игра, не помню. Но сегодня мы будем играть в игру под названием Life is a Game, что переводится на русский как «Жизнь — это игра». И она многообразная и интересная, так что давайте сыграем, короче. Играем мы тут за ребенка. Давайте назовем для приличия его Эдвард. Эдвард у нас очень крутой пацан, который живет с родителями пока что. Вот так вот собираем молочные коктейли. Точнее, молоко просто. Это молоко такое, да. Начало жизни, оно самое лучшее. И тут нельзя его растрачивать впустую, я так скажу. Хотя мы попробуем много вариантов, которые будут проходить в этих играх. Сейчас в этой игре. Потому что дофига вариантов, я вас серьезно говорю. Я вам херни не скажу никогда. Взял, все. Теперь нужно... Смарт. Все. Теперь мы и смарт, и свит, и креатив. Давайте будем художником в первый день. Разыграем за мальчика и за девочку в этом день сегодня. Так, художник я. Так, новый друг. Давай с тобой посидим, подкачаем себе радость, потому что она здесь. Если радость, точнее, счастье закончится, отвали. Охренеть можно. И тоже отвали, сказала мне. Если счастье закончится, то мы просто проиграем эту игру. К сожалению. Ну, художник. Я хотел друга завести себе. Ну, ладно. О, я в Нью-Йорке. Офигеть, у меня старый прогресс сохранился, я удалил же ее. Новый друг, спасибо. Художник. Yes! Ну хороший художник, кстати, это отсылка какого-то чувака из реальной жизни. У кого-то на типа, картину эту... Мону Лизу, во. 1200 уже. А почему ты несчастлив? Да, ладно. Давайте купим цветы за 10. Машину мы брать не будем, у нас здесь есть автобус. Да, реально, старый прогресс сохранился, офигеть. Нужно его отключить, я хотел, чтобы все было такое. Я купил просто эту хрень. Я решил пройти ее, потому что она была интересной. Эта игра. 1200. Так, ну давайте ты. Ура! Любим, 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 любим ее. Любим. Итак, получилось, получилось. Пока мы не будем ее выбирать, потому что мы не хотим быть домохозяином. Офигеть, класс. Я вас люблю, ребят. Активист. Давайте дадим им много денег. Я очень толстый стал. Чё стал толстым? А почему упс, хуюпс? Тысячи чем-то долларов уже. Часть не заканчивается. Ура! 2000 баксов мы можем купить себе вот этот дом. Самый богатый. Я сейчас отключу этот задний фон такой. Потому что мне не очень нравится уже. Лучше обычно. Ой, я время наступил. Еще и купим себе эту коляску, чтобы прожить дольше. Чем свою ежина. Выпал. Класс. Внук! У нас есть внук!
Блин, хорошая жизнь, хорошая жизнь. Ой, пошел по стенке, ладно. Нет, нет, нет! Наша жена, она умерла, все. Кончено. Нет, я тоже умер. Черт, ну что, я жил счастливо. Хорошо. И мы сейчас посмотрим, как мы прожили эту жизнь. Хорошую, такую прикольную, да. Быстро, 5 минут всего. На наши похороны не пришел сын. Он был богатым художником. Он не мог позволить себе иметь хобби. Тут не знаю, тут каждый раз такое выдают. Он держался особняком среди друзей. Он был холодным и бессердечным отцом. Нет. Не хотел просто. Поговаривали, что он был бессердечным. Ну хорошо, слухи пошли, так это значит я бессердечный. Он. Пивлюшечка. Отлично. Вы все всю свою жизнь я был так вам благодарен. Если бы я знал, что уходить будет так одиноко. Да, в этом возрасте они особо милые. Теплое место, куда я всегда могу вернуться. Да, согласен. Бывали дни, когда мне не удавалось нарисовать ничего путного. В такие дни я просто отдыхал. Я знаю, это ничего не изменит, но мне жаль, что я плохо с тобой обращался. В следующий раз выберем, чтобы я туда пошел наверх. Это были лучшие дни моей жизни. Я столько ночей трудился над этой картиной. Но все было не зря. Я стал более-менее известным художником. Молодец. В свое время мы были очень близки. Мы были всего лишь знакомыми. Честно говоря, не думаю, что у меня был талант к рисованию. Нет, у тебя был, у тебя же вот креатив. Так, думаю, в следующий раз я справлюсь получше. Это типа перерождение, имеешь в виду, да? Давайте за женщину. Нет, подожди, мы сначала не будем за женщину, пока мы не уберем вот это место. Отключить, предложить, отключить. Все, стандартное. Женщина, давайте женщина. Давайте теперь, ну опять так же сделаем, только теперь будем только умными, креативными не будем, будем только умными. Хочу просто так, чтобы было. Нафиг. И сладкими мы тоже не будем. Свит. Хотел выбрать уже, но нет, мы не будем, мы будем тебя пытать. Не выберем ничего, потому что не хочется ничего выбирать. Идем. Будем. О, доктором. Нет. Будем доктором, реально. Я хочу доктором стать. Человек-паук. И Бэтмен, если там был. У мальчика, кстати, человек-паук в маске. А у девочки человек-паук без маски своей. Будем доктором, реально. Мы доктор, ура! Или точнее сказать, медсестра. Хотя, доктор, у меня, типа... Ладно. Нет! Нет, вот о чем я и говорил. Игра окончена. Хорошо. Но давайте тогда мы закончим за нее играть. Я просто показал тогда, ладно, я просто показал. Давайте тогда мы не будем умными. Давайте мы будем за женщину играть, но будем там креативными и талантливыми. Ой, креативными и душевными. Добрыми, во. Милыми. У меня свит. Свит это сладко такое, сладость. Ой, свит кэнди или свит это сладенький из GTA San Andreas. Вот, так что мы вверх не берем, пройдем только вниз. Будем супер-мега креативными.
Трансформер, оказывается. Я думал, это просто игра. Давайте тогда, наверное, я не знаю, будем... Да не, не будем брать ничего. Правда, это опасно. Ну, что будет? Будем брать ничего. Опять. О, новый друг. У нас здесь новый друг. Еще. Может, хотя бы ты? Новый друг, не его, я себе. А ты что делаешь? Бабушка, челлендж, нифига себе. И еще доброта. Мы, короче, ничего не сделали, мы стали офисным работником просто. Упс, хуюпс, я не знаю. Success, это значит правильно. Типа, congratulations, типа, короче, это просто успех, вот. Давайте сегодня не будем заводить пар. Прыгать нельзя. Прыгать нельзя. Ну ладно, не будем заводить себе пару, машину тоже пока брать не будем. В следующих сериях возьмем. Автобус, правда, никак нельзя убрать. Ну ладно. Вот, видите, запоминаете эти же виды. Вот эти виды, они были другими. Потому что я Манхэттен взял и еще что-то взял. Либо мы будем типичным, либо мы будем нетипичным. Апс, по этим. Бедно. Мы никого не будем выбирать, потому что это нам должны преподносить цветы удовольствия, которые мы так заслужили. Мы дома одни. Спасибо. Должен стоять. Курить тоже мало, много нельзя. И есть. Спасибо. Да, будем типичным, наверное. Спасибо. Ура! Мы сотрудники. Спасибо. Пока, пока. Очень медленно прыгаем мы. Вот, выбираем обычный дом. Правда, нам еще задолжение. Ну ладно, можно себе позволить. Быстро жизнь уходит, однако. Вот так просто смотришь и... Блин, почти. Ну ладно. Еще чуть-чуть соберем. Все. Типичный мы, короче, работник. Офисной компании там, типа того, что. Так. Сейчас посмотрим, что они выдадут. А что за фигня? Что-то у меня, короче, ну, потемнело много экрана. Нифига, сколько людишек. Она была типичной офисной работницей. Она не могла позволить себе иметь хобби. Она держалась особняком среди друзей. Она всегда была одна. Вот, это мне знакомо, кстати. У меня вообще девушки не было никогда почти. Ну, нет, у меня была девушка, но я отношения это не называю. Ее запомнили как хорошего человека. Хорошим человеком, да, запомнили. Мне молодец. Она... Я слишком много думала о других, а вот о себе, о том, кто я такая. Я прожила напряженную жизнь, и все же у меня нет ничего, кроме этого дома. Я делала все возможное, чтобы выжить. Давила тех, кто ниже, и пыталась обойти тех, кто выше. Нужно было сосредоточиться на своей работе. Почему я решила вмешаться в чужое дело? Не знаю. Доброе, наверное. Так, никого не выбрала. Нужно делать то, что тебе говорят. Не надо было ей помогать, нужно было заниматься чем-то более полезным. Друг, скорее всего, знакомец.
Совсем забыла, какое у тебя лицо, впрочем, ну и шут с ним. Друг, скорее что незнакомец. Класс. Папа, мама, это была сложная жизнь. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Тогда ставьте лайки, пишите комментарии. Я хочу посмотреть, что у меня есть, детка. Да не нужна мне детка, мне нужен вот ученик. Нет, ученик, дорогой ученик. Хотя, бодрый чувак. Я хочу вот, короче, кого-то из них купить. Вот девушку, наверное, куплю, потому что за мальчика я играю более. Artist, значит, такое. Так, купим, короче. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, напишите комментарии. Ну, с вами был Александр Undead. Сегодня мы играли в игру под названием Life is a Game. Если вам понравилось, ну, скорее всего, я буду выпускать по ней видеоролики. Короче, всем еще раз спасибо и пока.